Я дом труба, рот шатал, всех чехпых. Матом ругаться не буду. Вот, но я ругался здесь матом, пока ничего не стартовало, поверьте мне. Это Аполло и индеец какой-то. Помню этого индейца. Тетка не работает ни хрена, куда-то уехала, походу, да? Пятница, ну, такие они. Вот тебе и за пятьдесятку поставил, да, говорить. Походу, кто-то предложил побольше. Говоришь, 100 рублей на Сбер, моя жена дура. Что-то у тебя там в пятницу горит. Или, может быть, ты что-то там принял не то. Вот. Не надо так, вот. Потому что ты-то тоже не очень получаешься. Главное, чтобы там не было у них с Хира, как говорил Тайкус, того этого. Ой-ой-ой, рукой по столу ударил. Херню горожу, короче, все, пора завязывать. Вот. Так, я не успел съесть пирожки свои, пока что пожру. Я уж извиняюсь себе. Женщина с загула вернулась. Начала работать по профессии, наконец-таки. И я не трачу свои голосовые связки, блядь. На это все дело. Могу голос поменять на мужской, кто такой. Ну нет, такими делами я заниматься не буду, но я могу как приманку выставить его на таких, как бы, чтобы почистить ряды, так сказать, на канале. Вот. А что это такое вообще? Что, мотню кто-то из придурков, что ли, мотню наклеили на бороду Тейслису или что это у него? Реально такие растут? Разваливается нахрен! Ползал, даже не выкопался, 1-0 Innovation. Innovation как будто ясновидящий приходит и лингов отгоняет. Что за хрень-то вообще такая? Они что там это? С открытыми картами оба играют, что ли? Да нет, вроде как, не должно такого быть. За кустами надо драться сейчас, просто ниндзака из-за кустов демонстрировать лайфу. Два мародера куда-то пришли на крип, и мародеры думают, вы что, идиоты, мотоциклисты, куда вы поехали? Да, мотоциклисты, как обычно, безбашенные, подумали мародеры. Вот. Кинули их, в итоге всех погрызли по отдельности, все, и лайф опять контратаку идет. Но обвалил сейчас это сюжет для какого-то чертова фильма, потому что камни падают перед носом у Беллингов, все это нахрен не проходит, и зерги вынуждены ломиться с другой стороны, тираны выигрывают время, хитрые тираны. Саприм поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно, Чарлику на биомассу. На эссенцию? Спасибо, Суприм. Если Чарлику еще и массу впилить, так он меня вообще, это, шерстяная торпеда с ног сбивать будет. А может, выпьем Наташе красного вина за инновейшн это? На стимулу еще. Иан Коннери поддержал ваш канал на сумму 222 рубля ровно. Стрим СК2 в 5 утра. Ничего себе, циркумфлекс. Спасибо, Помич. Кстати, по рабам ситуация равна. Верджойн поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно. Пасаны, бабушка сказала, гидра победит. Бабушка мне никогда не врет. По мячу спасибо. Ударение. Братва не поймет, если такие записи буду вырезать. Вставлять точнее. А узкоштанные скажут, что я не тонкая личность и вообще солдафон. Вот. На что прольется толстая струя золотого дождя, конечно же, но это уже совсем другая история. Будем просто смотреть, что происходит сейчас, чтобы, ну, организмы, которые в море жили, по поводу корейцев, это как эволюция, я не знаю, это все равно, что организмы, которые в море жили, сказали бы, да мы не будем на сушу выходить, и подохли бы просто. Европейцам нужна эссенция корейцев, а корейцы как дыхак. Эссенция европейцев ни о чем, ну, не надо. 250 рублей на Яндекс мне приходит. Арина, Катоха, Раптор. Я настоящая братва.
Привет крабам. Жизнь за Айурн. Поми, респект. Спасибо за 250 рублей, но я думал, что тебя зовут Арина Катоха Раптор. Это типа фамилия, имя, общество. Запятые ставятся между, ну, фамилия, имя, общество. Действительно. Один дарк улетает на Шакурус. И даже Лайф, походу, его отпустил. Сказал, что своим расскажи всем, что скоро я за вами приду. Насос как. Отпетые мошенники пели, когда я в школе еще учился. На этой призме Талдарима полоумные 50 тысяч баксов у него увезли просто. Еретики просто. Всех наказать. У Лайфа лицо зверя сейчас было. Это поза тащибельна, я вам скажу. Это лицо тащибельно было. Он делает беллинг баст в решающей игре в финале Близкона за 100 тысяч долларов американских. Колоссы подогревают газ, чтобы у партинга бомбануло. Смотрите, какие у него усишки просто. Вот это действительно усишки. Такие там. Как у мыши.